занимались, да? Совершенно верно. 28 лет занимался собаками. Ну, кстати, да, кто-то говорил, Ольга Полянская говорила, что может быть вам. Но телефончик не дала, поэтому я и не... А у нее, наверное, нет. Наверное, нету, да, потому что не дала. А к нам же сюда такси вызвать, это же реально. Вот это четвертое такси, куда я позвонила, и сказали, что есть машина, и я еще так не была. Уже и подъехали. Да, я возле МРЭО стоял. Работы уже и не будет. А в какие фирмы вы звонили? В какие? А вот это последние, которые смс-ки присылали. Там 252 вроде ваша. Вот этот комфорт или... Да, да, Люд, привет. Да, да, говори. Нормально еду. Пропадаешь. Нет, я вчера подъехал, нашел эту контору на городке. Они работают только до 3 часов. А я подъехал уже в начале 5 туда. Так, так что да, пока нет. Вожу с собой телефон. Ага, давай, давай, я потом наберу. Что вы говорите? А, да вот визитки возьмите тут. Там-то две разные фирмы. Ну что, я сразу в 3 службах. Кто раньше заказ даст, а то и едет. Делается, конечно. Ну да, просто чужому человеку, вот, который так первый раз видишь, ты же как бы не доверишь, потому что... Да не, ну если вы по службе вы заказываете, то куда же он денется, этот человек, если все мои данные в конторе есть. Не рисковала. Ну да не вопрос, буду передавать.